Эй, подожди! Сын. Ладно. Тут сказано: слава Мацагниру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтарьяков. Замок огромный. Даже не вспотел. Король-гном поймал несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. Магия в драконьем дерьме? Да. Очень мощная. В голове с тобой весело.
Ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть Ирка, ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. А! Чтобы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Брат, за тобой танцы будут!
Тацельвурм! Это все. Сын, сюда. Слушаюсь. Любопытно. Приготовься. Больше, чем Вейдерга. Да, сила короля гномов велика. Что с ним случилось? Это великая тайна, даже для сынов Ивальди. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две гротика. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Thank you.
яблочко от яблони. Слушаюсь.